Добрый день, друзья! Малосольные огурцы – центр холодных закусок любого стола. Но как их приготовить, чтобы они стали хрустящими в короткий срок? Очень просто. Никаких сложных технологий. Самое главное – это правильный посол. Поверьте, на приготовление уйдет минимум времени и сил. Смотрим до конца. Для быстрой засолки подходят только свежие, небольших размеров, желательно тонкие и пупырчатые огурцы. Огурцы хорошо промываем и отрезаем кончики. Так они лучше и быстрее просолятся. В каждом огурце дополнительно можно сделать проколы вилкой. Это необходимо для того, чтобы в них лучше просочилась влага. Подготовленные огурцы складываем слоями в эмалированную кастрюлю и заливаем холодной водой. Оставляем их напитаться влагой на 4-5 часов. От этого огурцы сохранят свою твердость и будут впоследствии хрустящими. Заранее промываем всю зелень. Она должна быть чистой. Снимаем с веточек вишни 10-15 листочков. Они придадут огурцам дополнительную жесткость и не сделают их мягкими. Листочки должны быть ровные, цельные и без изъянов. Сами веточки хаотично складываем и выстилаем ими дно кастрюли. Затем мы берем один лист свежего хрена. Если он большой, то разрезаем его пополам и выкладываем на дно кастрюли, поверх вишневых веточек. Если листы небольшие, то кладем их целиком. Далее берем 3-4 небольших частей корня хрена, 5-7 зубчиков чеснока и немного черного душистого перца горошком. Корень хрена нарезаем небольшими полосками или кружочками, не принципиально. Нам самое главное получить от него особенную терпкость и ядреность, которую он передаст огурцам. Средними пластинами нарезаем чеснок. Выкладываем в кастрюлю первый слой огурцов и равномерно добавляем хрен с чесноком и несколько горошин душистого перца. Сверху выкладываем листочки вишни и укроп зонтиками. Для особого аромата добавляем листочки смородины. Затем кладем второй слой огурцов и так далее, укладывая на них зелень. Когда все слои огурцов переложены, сверху опять укладываем веточки вишни и закрываем очередными листьями хрена. Далее нам останется только приготовить рассол. Для этого мы кипятим воду и добавляем в нее крупной соли из расчета 1-1,5 столовые ложки на 1 литр воды. У меня на 1 кг огурцов вышло 2 литра рассола. Для баланса добавляем 1 столовую ложку сахара. Все хорошо перемешиваем до полного растворения и заливаем огурцы горячим рассолом. Если огурцы всплывают, то можно сверху накрыть их тарелкой. Накрываем крышкой, даем рассолу остыть и затем убираем в холодильник на одни сутки. Рекомендуем всем попробовать этот замечательный и простой способ засолки, который не оставит никого равнодушным к этой традиционной закуске. Огурцы, засоленные таким быстрым способом, никогда не заканчиваются, и хочется солить их снова и снова. Готовьте вкусно и приятного аппетита!